Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре лоферы, туфли, балетки на теплую осень. Вся обувь будет в основном на низком каблуке, но несколько моделей будет и на высоком каблучке. Напоминаю, что у нас только натуральная кожа. Мы работаем как оптом, так и в розницу. И находимся мы в городе Москва в торговом центре «Садовод», корпус Б, первый этаж, линия Б, павильон номер 69. Наш магазин работает каждый день с 8 утра до 6:30 вечера. У нас есть чеки, также вы можете сделать покупки онлайн, так что обращайтесь. Поехали смотреть обзор. Начну сегодняшний обзор вот с этой модели. Прекрасная модель именно на осень. Смотрите, все закрыто. То есть ножки будет тепло, комфортно. Внутри идет кожаные вставочки, кожаная стелька, небольшой каблук. Если у вас ножка средней полноты, узкая ножка, вам эта модель будет хорошо. Здесь идет кожа, такой симпатичный мысок, и здесь идет стретчевый материал. Смотрится на ноге очень аккуратно. По размеру идут размер в размер, и есть два варианта по модели. Смотрите, есть они с такой бежевой подошвой и с аксессуаром на мысике, и есть они с серебряными вставками. Но по факту модель одна, по стоимости 6870, в размерах идут с 36 по 41 размер. Еще одна похожая модель на невысоком каблуке с леопардовыми вставками. Модель очень комфортная, даже мне больше нравится по удобству, чем предыдущая. Их очень быстро разбирают у нас как на опт, так и на розницу, поэтому видите в обзоре, торопитесь, пока они есть в наличии. Если у вас высокий подъем, ваша тоже ножка войдет, потому что здесь резиночка. Внутри все кожа, здесь все кожа, модель супер. Смотрите, по размеру, размер в размер, цена их 7970, в размерах идут с 36 по 41, полноценные размеры. Итак, следующая модель – это туфли на низком каблучке, очень устойчивые, тоже идеальная модель на осень. Я показываю серебряный цвет, но они на самом деле есть и в базовых оттенках, просто хочется начать с такого нестандартного цвета. Кожа натуральная, внутри тоже натуральная кожа, хорошо сидят по ножке. По размеру идут размер в размер. Смотрите, я также серебро примеряю на себя, но есть они еще в лаке. И есть они еще в замке. Вот, три вариации. Цена их 6670, в размерах с 36 по 41 размер. На всякий случай проверю 6670, 6370. Ну, немножко отличается у нас обычно замша и кожа по цене. Ну, в принципе, примерно одинаково. Вот, я прям рекомендую. Очень мягенькие. Эта модель будет хороша на узкую ножку, тоже такая... Хорошая модель на осень, кто работает в офисе, вот, хорошая классика. Смотрите, если что, здесь есть резиночки, поэтому, в принципе, если ножка с высоким подъемом, тоже вам будет комфортно. Каблук невысокий, 4 сантиметра, внутри все натуральная кожа, сверху тоже кожа. И варианты по цветам. Есть беж, как в лаке, есть замша в черном цвете, и есть вот масляная кожа тоже в черном цвете. Если у вас какие-то косточки, то лучше, конечно, выбирайте замшу, она более мягкая. Цена здесь будет 6870, здесь 7170, и как на мне 770, с размеров 36 по 41 размер. Ну, они маломерят, берите на размер больше. Далее хочу показать вам лоферы, перейти на них, потом опять вернусь туфли. Смотрите, идут они на липучке, удобно одеваются, внутри натуральная кожа, сверху тоже натуральная кожа, подошва облегченная, есть каблук, есть платформа, платформа 6 сантиметров, каблучок 8 сантиметров. Цвета, они только в черном цвете у нас представлены, есть две вариации, есть лаки, есть просто в гладкой коже. По размеру они мало мерят, надо брать на размер больше, но зато они подходят на широкую ногу, то есть они такие объемные. Цена их 4870, в размерах идут с 36 по 40. Еще одни лоферы тоже идут на каблучке, эти уже без застежки. Смотрите, внутри кожа, сверху замша. Две вариации у этой модели. На мне как раз они с темной застежкой замши. И есть они еще в
масляной кожи с золотой застежкой. Цена их 7970, в размерах идут с 36 по 41. Ну, они также маломерят, надо брать на размер больше. Но тоже подойдут именно на широкую ногу. Вот у меня ножка средней полноты, у меня ножка как-то вываливается у них. А если бы у меня была полненькая ножка, было бы хорошо. Следующая модель. Туфли на невысоком каблуке. Они такие вот хорошие классические туфли для офиса. Каблук идет 5 сантиметров. Здесь все натуральная кожа. Внутри натуральная кожа. Модель прям комфортная. Вот очень устойчивые, удобные. Можно ходить в них целый день. Два варианта по цвету. Черный цвет и белый цвет. 7870 их цена, в размерах идут с 36 по 40. Ничего лишнего, по размеру идут размер в размер. Базовые туфли в классических оттенках. Есть, кстати, несколько ярких цветов. Смотрите, хороший устойчивый каблук. Каблук идет 6 сантиметров. Натуральная кожа здесь. Здесь идет замша. Модель с перемычкой. Несет эта перемычка двойную функцию. Во-первых, так симпатично смотрится, а во-вторых, для того, чтобы вы просто не потеряли свои туфельки, как это сделала Золушка. Замши они представлены в шоколаде, в черном цвете, в красном цвете, в беже. И, да, и горький шоколад уже на мне. Цена их будет 6870. В размерах идут с 36 по 40. Эта модель, кстати, хороша на широкую ножку в том числе. У меня ножка средняя полнота, мне тоже хорошо. У кого узкая ножка, они не подойдут. И есть еще эта модель в лаке. Есть они в бежевом цвете и в черном цвете. Тут будет цена 7170. В размерах идут так же самое с 36 по 40. Комфортные туфли на каждый день, тоже такая классическая модель, но классика с изыском. Смотрите, какой здесь интересный каблук идет, плюс еще на мысике вставочка. Натуральная замша здесь, и здесь идет кожа натуральная. И давайте посмотрим, как они смотрятся на ноге. 7270 их цена, в размерах идут с 36 по 41 размер, размер в размер. Мягенькие, комфортные, на ножку средней полноты будет хорошо. Какие красивые туфли с интересной выделкой, они представлены только в молочном цвете, но здесь вот, вот это все, текстура, она переливается на свету и смотрится прям завораживающе. На мне представлены они 38 размере. Идут они размер в размер. Цена их будет 7070. В размерах идут с 36 по 40. Внутри натуральная кожа. Модель очень комфортная. Каблук идет 6 сантиметров. Хочу напомнить вам, что у нас есть супер удобная модель на каждый день, на праздник. Можно носить куда угодно. Из натуральной кожи вот такие вот лоферы. Идут они на небольшом каблуке. Здесь, смотрите, ребристые подошвы, чтобы вы не проскальзывали. И здесь внутри все кожа. То есть они такие мягенькие-мягенькие, очень хорошо садятся на вашу ножку. Они у нас уже были в этом цвете, хаки, в беже. И сейчас они пришли новой текстуре. Это как мех здесь идет. Тоже красиво смотрится в леопарде. И их вариаций на самом деле очень много. Такой вариант вот тоже в мехе. Есть они просто в замше. Есть масляные кожи. Цена их 6870. В размерах идут с 36 по 41 размер. Лоферы с джинсой. Такая нестандартная модель. Обычно они черные, бежевые. А тут джинса. Классно смотрится. Цена их 8070. Внутри все сделано из натуральной кожи. Хорошая подошва. Хороший каблук. Облегченная подошва. Смотрите, на мне, значит, 38 размер. По размеру, размер в размер. Но они идут на узкую ногу тоже. На широкую ногу они не подойдут. Представлены в размерах с 36 по 41. И варианты есть. Джинса есть. Есть леопард. И есть чисто черный цвет. Вот, да, три вариации. 8,70 это как на мне. Леопард будет стоить... тоже 8,70, и замша будет стоить 7770.
аккуратные туфельки на каблучке. Каблук идет 4,5 сантиметра. Яркая модель. На самом деле красный цвет сейчас мега популярен. И у нас его в Калете много. Посмотрите, есть вообще на плоском ходу. Вот такая модель. Есть со стразами. Есть вот такого плана. Вот. Вот. Все красный цвет. Красный лак сейчас прям разрывает все соцсети. Приобретайте, покупайте. Смотрите, как красиво. Вот эти будут с гольфиками тоже красиво смотреться модели. Итак, туфли. Значит, натуральная кожа. Натуральная кожа. Вот так все внутри. Одеваются при помощи замочка. То есть можно регулировать по объему. Подойдут на ножку средней полноты. На широкую, возможно, тоже подойдут. У меня есть запасик по размеру. Размер в размер. И есть они не только в красном цвете, есть также они еще в черном цвете. Цена их будет 7270 в размерах с 36 по 41. И также есть они еще в леопарде. Смотрите, белый леопард и коричневый леопард. 7270 их цена будет. В размерах также самое с 36 по 41 размер. Туфли-лодочки с таким неклассическим аксессуаром. Они были у нас только в серебре, сейчас пришли еще в черном цвете. Каблук небольшой, 5 сантиметров. Здесь все кожа, тут все кожа. Смотрится и на ножке аккуратно, и вот ходить на самом деле в них очень комфортно. Есть они замши, есть в лаке. Есть они еще в гладкой коже, в цвете вот, серебро с медью, какой-то такой оттенок интересный. 6670 стоят они, как на мне. Замши они будут стоить 6370 и в серебре 6670. В размерах идут с 36 по 40. Кто любит высокий каблук? Смотрите, какая красота у нас пришла. 10 сантиметров каблук, но достаточно устойчивый за счет вот этого расширения. Сама модель выглядит необычно. Пряжка спереди тоже красиво смотрится на мысике. Натуральная кожа здесь, здесь натуральная замша. Смотрится очень эффектно, и они есть в черном цвете. Замши есть, они еще в лаке в красном цвете, мы их показывали в предыдущем обзоре, но хочу напомнить, что они у нас еще остались в наличии. В размерах они идут с 36 по 40, цена их будет 6470. И последняя модель на сегодня, серебряные лоферы. Для того, у кого высокий подъем, модель очень удобная, потому что здесь идут резиночки, то есть ножка удобно входит, текстурная кожа, внутри тоже все кожа. Обувь каркасная, то есть хорошо держит форму. Каблук идет небольшой, 3 сантиметра. Есть также платформа, окантовка такая блестящая. Смотрятся они на ножке красиво. Два варианта. В серебре они есть и в золоте. По стоимости 8,70, в размерах идут с 36 по 41 размер. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Звоните, пишите, приходите. Напоминаю, что мы работаем как оптом, так и в рознице. Всем пока!